Цистерна с хлором опрокинулась в районе железнодорожной станции «Первая речка». Произошла разгерметизация, случилась утечка ядовитого и очень опасного вещества в открытую среду. Такова легенда учений всероссийской комплексной тренировки сотрудников МЧС на железной дороге. Главная задача, которая стояла перед спасателями – отработать элементы эвакуации населения из зоны условной чрезвычайной ситуации. Немедленно на место аварии направили оперативные службы города. Действуя сообща, специалисты различных ведомств организовали беспрепятственный проезд служб к месту ЧП, а также постановку водяных завес для локализации очага утечки хлора. Прибывшие огнеборцы оперативно потушили возникший пожар, а спасатели Владивостокской городской службы спасения провели мероприятие по герметизации емкости химически опасного вещества. В это время повсеместно в районе станции приступили к работе эвакуационные комиссии и сборные эвакуационные пункты. Условным пострадавшим оказали медицинскую помощь. Часть населения из специально отведенных зон в сопровождении машин правопорядка незамедлительно эвакуировали автобусами до железнодорожного пункта посадки, переместили в вагоны и доставили в пункты временного размещения. Командно-штабные учения по гражданской обороне во Владивостоке проводятся регулярно. Их главная задача – показать готовность специалистов экстренных служб к работе в реальной чрезвычайной ситуации. Не только ликвидировать последствия аварии, но и спасти людей. Светлана Садовая, новости на Восьмом.